И теперь к другим новостям. В связи с чемпионатом мира по футболу в Подмосковье ввели дополнительные ограничения. На территории, где размещаются объекты инфраструктуры чемпионата, запрещено несанкционированное использование беспилотников. Граждане, которые планируют запускать беспилотные летательные аппараты, должны выполнять правила и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской Федерации. Ознакомиться с порядком получения разрешения на использование воздушного пространства можно на официальных сайтах Федерального агентства воздушного транспорта, а также Министерства транспорта Российской Федерации. Мария Кузьмичева, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.